Всем привет, вы на канале Злон 2, я его ведущий Богдан Андрей. Франк де Бур покинул пост главного тренера сборной Нидерландов. Напомним, что сборная Нидерландов проиграла сборной Чехии в матче 1/8 финала со счетом 0-2. Естественно, Франк де Бур не стал продлевать контракт с этой сборной. Но мы думаем, что ему и не предлагали этот вариант. Мы желаем Франку де Буру найти новую команду, а сборной Нидерландов нового тренера. А на этом у меня все. Пока!